Непростая дорожная обстановка. Рано утром причиной большой пробки на Кохомском шоссе и улице Куконковых стали ремонтные работы по улице Павла Большевикова. Там утром 30 июля перекрыли сразу несколько полос. Но дело не только в этом. Как сообщает автопартнер Иваново, на ремонтируемом участке на асфальтоукладчик упал столб. Произошел обрыв троллейбусной контактной сети. Там вбили опору, сейчас устанавливают новую МАН. Это было ночью. С утра личный общественный транспорт был вынужден осуществлять объезд по дороге, идущей мимо гаражей и садовых участков, параллельно улице Павла Большевикова. Вот как сейчас, все то же самое. Так же толкались. Только еще оттуда, от Кохмы ехали, так же толкались. Сейчас я в пробке торчал. Вот. Ну, дай бог, может быть, сделает хоть дорогу-то. Пробочки, вот стою уже минут, наверное, 30. С пониманием, конечно, относимся к этому. Ну, что сделать? Всегда такое бывает. Больше всего автомобилистов возмутил не сам факт ограничения движения, а отсутствие информации и предупреждающих знаков об этом. Справедливости ради стоит отметить, благодаря оперативной работе аварийной бригады МУП ПТ поврежденную опору заменили, полосу для транспорта открыли. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.